В этот же день Владимир Васильев проконтролировал ход работ по общественному проекту «Ямам нет». 20 мая его реализация велась на улице Румянцева областного центра. Там уже давно образовались выбоины очень приличных размеров. Суть данной инициативы в том, что люди на общественных началах ремонтируют дорожное покрытие там, где это, в том числе и по объективным причинам, не успевают сделать городские власти. Стройматериалы приобретаются на собранные деньги, спецтехнику бесплатно предоставляют собственники, неравнодушные к проблемам родного города. Трудятся добровольцы, естественно, бесплатно. Владимир Васильев лично, поработав за виброплитой, пояснил, что в проекте «Ямам нет» могут участвовать многие, в том числе в личном порядке и народные избранники. Ведь финансовые затраты невелики. Чем важна эта инициатива? Вот здесь есть собственник, да, Артем? Да, да, да. Он сам вышел и говорит, я готов вот те ямы за свой счет убрать. И мы, по сути, приглашаем всех наших депутатов, можно вот в таком плане решать задачи.